Ну, мы сейчас одна семья, мы с одной кружкой чай пьем, вместе работаем, вместе там осуждаем что-нибудь. Мы всегда будем вместе. Вот я не думал, что такой ситуация случился, и мы должны там в общаге спать, отдыхать, завтра там бодрячком туда. Вас никто, пожалуйста. Ну, я думаю, вот мы так добровольно тут, никто никого тут не дает. Ждите, хотите, ждите. Я не никто вас не угоняет. Единственное, дайте поработать комиссии, дойдем работу комиссии, независимо. Да, вопрос, да? Сейчас должны находиться здесь, да, при массовом взрыве. Именно непосредственно здесь. Как они не знают? Они должны оповещены быть, что сегодня? Они обязательно. Заявка у них есть. Они по первому плану не проезжают и едут проверять. Они по-любому газ проверяют. Здесь, не там за забором, а здесь. Ну здесь не было почему. За сколько мы сюда прибыли? Да, ну ты возьмите это во внимание, то, что их здесь не было. Мы не знаем, мы тоже не знаем. Но постой, интересуйте меня. Заказчик коллектива, интересуйте. Вот с начальницей есть? Никакие вопросы. Ну, вопрос в том, что смотри, Анабек, в любом случае действия каждого подразделения, каждого сотрудника будут оценены. И от своей души, кто, что, как. То есть сейчас горе большое, 4 человека. То есть это просто в любом случае ничто не останется. Будет объективное расследование. Все действия будут охарактеризованы с правовой точки зрения. А вы единственное, когда наши спасатели открыты были, да? В такой ситуации Наталья Сергеевна тут должна быть вообще так? Вы как думаете? Вот начальник АМК, вот, она должна быть? Вы как думаете? В данный момент она здесь должна быть. Сейчас у нее эта цепь горит, траурный день сейчас. Как-то. Она должна быть? Давайте так. Ну, руководителю доложили, принимаются все меры. Здесь люди хотят просто убедиться, что если семья без внимания, то не останется. Не останется. Давай сейчас, Лена, давай подождите. Расскажу. Чтобы вот эти люди убедились, нам нужен здесь человек, который вот отвечающий. Хотя бы. Давайте до завтра. До завтрашнего утра вы ждете? Мы никуда не денемся. Ждем, ждем. До завтрашнего дня. Все. До утра ждете? Ответ даете. Ну мы что, сразу хотим сказать, что никто не бастует, никто никого не уговаривает, чтобы здесь остается. Чтобы оставались. Все тут добровольные люди, как думают.